235 миллионов за 3 дня собрали украинцы для ВСУ на 10 тысяч дронов «Камикадзе». Инициатива сбора принадлежит Монобанку, Юнайтед-24 и фонду «Вернись живым». Соучредитель Монобанка Олег Гороховский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарили украинцев за оперативность и сразу же продемонстрировали, какими будут результаты работы дронов на фронте. На данном видео FPV-дрон за несколько сотен долларов поразил вражеский танк Т-90 ценой в почти 5 миллионов долларов. Это был результат работы операторов ударной роты БПЛА «Ахиллес» 92-й ОШБР на Сватовском направлении. А теперь представьте, что будет с оккупантами, когда этих самых дронов на фронте будет 10 тысяч. Напишите свои комментарии, как, по-вашему, повлияет это количество дронов на события на фронте. Обязательно прочту. А еще подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и позвоните в колокольчик.